Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс называется Crypto Air Динамо, абсолютно без вложений, на просмотре сайтов, на просмотре серфинга. Дают зарабатывать коины, и вывод здесь, друзья, без минималки. Просмотрели, вывели. Это домашняя страничка, но я думаю, по регистрации проблем не будет. Там, по-моему, email и два раза пароль. Разгадать капчу, попадаем в кабинет. На почту вроде как мне ничего не приходило. Значит, все у меня здесь по нулям. Значит, давайте пройдемся по вкладочкам. Здесь у нас находится реферальная ссылочка. Вот она. Можно кликнуть «Скопировать». Далее что? Вкладочка «Вывод», депозит для рекламодателей по заработку. Есть игры, но я сюда не лезу. Достижения, типа, можно как бы пройти здесь, просмотрите. Короткие ссылки, я не люблю их. Есть кран, есть еще один кран, автокран. Майнинг я тоже не лезу, я зарабатываю только на просмотре сайтов. Есть обычный серфинг и вот такой серфинг. Кликаем серфинг. Значит, вот здесь вот коины. Сколько нам доступно? 18 рекламок. По 15 секунд, по 5 секунд. Давайте одну кликнем и просмотрим. Коротенькую. Идет таймер. И разгадываем капчу. Сейчас загрузится. Кликаем вот на зеленую вкладочку, как обычно. Возвращаемся. Ну, идет проверка, как всегда. Как же без нее? Давайте обождем. Нам зачет. Окей. Идем на домашнюю страничку. И вот у меня на балансе вот такое количество вот этих коинов. Кликаю вывод. Значит, по выводу, смотрите, здесь два микрокошелька. Faucet Pay и C-Wallet. Есть биткоин, можно кликать. Опускаемся ниже. Значит, здесь сразу сумма стоит по умолчанию. Далее Litecoin, Tron. Я выведу в Tron на Faucet Pay. Также есть C-Wallet. Видим. И Binance. Тоже вот такой пеппи. Binance, тут C-Wallet и тоже Binance. Давайте на Faucet Pay сейчас одну вот эту. А потом на C-Wallet попробуем. Значит, сумма стоит по умолчанию. Здесь прописываем email адрес от Faucet Pay или от вашего другого кошелька. Разгадываем капчу, кликаем вывод. Все, монеты мои улетели на кошелек. Идем на Faucet Pay. Перезагружаю страничку.
И CryptoEarn, видим, вот такое вот количество мне пришло криптомонет Tron 17 октября. Также возвращаюсь на домашнюю страничку. Баланс у меня по нулям, как видим, да, все. Следующий вид серфинга, где я еще работаю. Вот такой серфинг. Здесь тоже показано количество коинов, сколько нам доступно. Так, ну давайте тоже коротенькую просмотрим рекламку. Потом кликаем старт. Ну. Идет таймер. Вот здесь в окошке видим, да. Возвращаюсь. Разгадываю капчу. На синенькую вере. Все, зачет. Окей. Значит, иду на вывод. И я хочу поставить сейчас, проверить вот на этот кошелек. C-Wallet. Я еще сюда ничего не выводила. Кликаю C-Wallet. Вот это Пеппи монетка. Значит, электронная почта. Опять же таки, ух, какая тут капча, конечно. Что у нас здесь? Сейчас поставим на русский. Так, выберите изображение, которое отображалось наименьшее количество раз. Ага, здесь вот очки. Значит, наверное. Потому что этих три изображения, этих три и одни очки. Понятно. Так. И клику вывод. Так, у меня C-Wallet, C-Wallet. Вывод. Сейчас посмотрим, что с этим C-Wallet'ом. Все, вот такое количество монет отправились на кошелек. Сейчас проверим. Возвращаюсь. Эти платочки закрою. Так, и вот у меня они. Кликаю C-Wallet. Как видим, монеты прибыли. У меня вообще здесь по нулям все монеты. Ну, кроме трона, одна монета. Остальное у меня все по нулям. Вот. Все ссылочки будут в закрепленном комментарии. Кому интересно работать, не интересно, пройдите мимо. Ну, в принципе, и все здесь. Ну, и история вывода. Так. У меня аккаунт история. Так, вывод. Ну вот мои выводы здесь, история. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!